Мы с вами рассмотрели вариант определения нахождения нашего судна в акватории с использованием двух пилингов, когда мы берем пилинги на два объекта. Кроме того, есть еще некие другие варианты, которые мы сейчас рассмотрим. Один из которых — это использование изобата. Изобата — это линия, на которой глубина всегда соответствует одному значению. Чаще всего это у нас идет 5, 10, 20, 50 и 100 метров. Вот такие линии. В разрыве пишется циферка. И везде на этой линии есть у нас нужная глубина. В данном случае, если мы с вами идем здесь вот на нашей яхточке, вот здесь, да, и берем пилинг на какой-то объект, здесь остров, допустим, то пересечение нашей изобаты и пилинга на объект у нас даст однозначное положение. То есть, если мы посмотрим на эхолот и увидим, допустим, 100 метров, здесь там 200, там 98, и понимая, что пилинг здесь пересекает, то считаем, что у нас есть однозначное местоположение. Кроме того, если мы с вами идем вдоль берега и понимаем, что здесь могут быть рифы, скалы и так далее, мы для себя можем взять как ограничение какую-то изобату, допустим, 20 метров. За ней уже могут быть опасности. И всегда посматриваем, как только у нас на эхолоте 20 метров, в данном случае мы должны сразу же поворачивать штурвал налево, чтобы уйти на более глубокие места, чтобы однозначно понимать, что мы не напоримся на какие-нибудь неприятности. Замечательный такой способ. То есть идем вдоль скалы, замечательно осматриваем простор и сюда, краешком глаза, на эхолот. Как еще мы можем определить наше местоположение в акватории? То есть у нас есть три объекта, то вариантом наиболее точного определения местоположения будет пересечение этих трех линий, ну, пилингов, да, которые мы с вами можем взять. Но вероятность того, что все линии у нас совпадут в одной точке, очень мала. Потому что мы движемся, у нас не самые точные приборы, глаз у нас где-то, посмотрели, качнуло. Поэтому в итоге мы получим с вами не однозначную точку, что будет идеально, а какой-то некий треугольник. Он называется треугольником погрешности. И считается, что мы, вероятнее всего, находимся в его центре. И третий вариант, самый интересный для нас, сложный в исполнении, но вполне реальный. Если мы с вами идем на нашей лодочке, и у нас только с вами один объект, мы можем его использовать. Каким образом? Берем пилинг на него. Отмечаем наш курс. Говорим рулевому, чтобы он четко его держал. И отмечаем нашу скорость. Допустим, 6 узлов. После чего говорим рулевому: держи курс, не изменяя его, 20 минут. Через 20 минут мы берем вновь пилинг на объект. То есть, когда мы взяли первый раз пилинг, мы понимаем, что мы находимся где-то на этой линии. Где, пока не знаем. Когда мы взяли второй раз пилинг, мы однозначно знаем, что где-то находимся на вот этой линии.
когда мы прошли четко одним курсом, не изменяя его, ровно 20 минут, мы понимаем, что со скоростью 6 узлов и за 20 минут мы с вами прошли расстояние 2 мили. Понимаете, да, откуда взялась земля? Берем по нашей вертикальной шкале, по шкале широт 2 мили. И прикладываем к этим двум линиям параллельно нашему курсу. Угу. То есть мы понимаем, что когда мы первый раз взяли пилинг на этот остров, мы были вот в этой точке. Во второй раз, когда мы взяли пилинг, то мы уже были вот конкретно вот в этой точке. Таким образом, мы с вами при помощи одного объекта, зная свой курс, скорость и время, определили наше местонахождение. Данный метод определения называется крюспеллинг. Крюспеллинг. Этот метод называется изобата пеллинг. Ну, треугольник погрешности. Предыдущий метод пересечения двух пеллингов от двух объектов мы с вами изучили, он самый простой и самый, кстати, практичный. Потому что три точки брать долго, все равно получается треугольник погрешности. Поэтому еще и три объекта, как вы понимаете, найти в экватории достаточно сложно. А если у нас есть не три объекта, то они на самом деле и по двум объектам мы достаточно точно сможем определить наше местонахождение. Типичная задачка, когда мы можем при помощи скорости и времени узнать расстояние, которое мы проходим. Если мы идем со скоростью 6 узлов, это у нас получается 6 миль в час. За 20 минут сколько мы пройдем? 2 мили. А? 2 мили. Да? 1/3 в час. Ну, 2 мили мы пройдем. Да, понял. Если мы держим курс один и тот же, то понятно, что мы первый раз были где-то на этой линии, однозначно, мы же взяли пеллинг, где мы не знаем, а второй на этой линии. И если мы точно отмерим расстояние, которое мы прошли, мы поймем, в каких точках мы были до и в какой точке сейчас. Так, с определением нашего положения, местоположения мы здесь прошли, вы, наверное, немножечко усвоили. И еще немножечко посмотрим по сокращениям, которые у нас могут с вами встречаться. Вот. Сюда посмотрите. Кое-что мы уже с вами знаем. Наблюдаемая позиция. Кружочек с пеллингами. Треугольничек – это счислимая позиция, когда мы с вами рисуем маршруты. Да? Мертвое счисление – это то самое крюспеллинг, так обозначается. Курс на руле. Курс to steer, наш си, компасный курс, heading, это все одно и то же. На приборе вы можете увидеть CTS, heading, курс to steer, курс to steer, курс на руле. И наш компасный курс обозначается на данной карте таким образом. Курс through water, курс относительно воды. Таким образом означается. Leeway, угол сноса. Угол сноса – это тот самый угол, на который сносит нашу яхту под действием ветра. Нам надо с вами прийти из точки А в точку Б. Ветер дует отсюда, нашу яхту постоянно поджимает.
если мы не возьмем курс немножечко выше на ветер, то у нас будет с вами вот такая траектория. То есть нас будет сносить, а мы всегда будем подруливать, стремясь идти нужным курсом. Если же мы возьмем курс на ветер выше, учитывая угол сноса, про который мы с вами говорили, там 5-10 градусов, в зависимости от силы ветра, то мы с вами будем идти по одной прямой, уменьшая наш проход, чтобы перейти из точки А в точку Б. Leeway – это угол сноса, курс to steer, и CTV – курс through water. Курс относительно воды у нас будет именно таким. Как узнать угол сноса после ветра? Какой там пропорция? Есть мнемоника, сейчас здесь где-то написано. И разный ветер, да, бывает? Он Они разные. Там, вот как раз табличка, на которой мы можем с вами посмотреть. Ветровой снос. Если условия моря 1.4 по Бофору, идем быть девинт, то угол сноса у нас будет 5 градусов. В Галфунд 0, Бахштаг 0. Mm-hmm. Если 5.6 по Бофору, угол сноса 10 градусов, быть девинт, 5 по Галфунду. Если 7.8, 15, 25, Галфунд 10, Бахштаг 0. Вот как-то он приблизительный. Хорошо. Вектор течения часто используется, когда мы с вами ходим в акваториях, где сильные течения, чтобы его учитывать. Курс относительно земли, курс overground, линия пилинга. Изобата, то, что мы сейчас сегодня. Путевая точка используется редко. Это почти что все то же самое, что мы наблюдаем исчислимую позицию рисуем. Можно просто курс, потом вот этот вот курс у нас, ну, условно говоря, который вы рисуете с треугольничками, это планируемый курс. А в итоге вы получите курс текущий, когда вас где-то там чего-то сносит, и после того, как вы определили наше местоположение. Скорость относительно земли, speed over ground, скорость относительно воды, то есть тут курсы, курс through water, курс to steer. А здесь скорость. Velocity made good, эффективная скорость, это у нас следующая скорость. По-моему, мы уже немножечко с вами касались этого момента. Вот мы с вами идем курсом by the wind относительно ветра. Вот это наша скорость. Наименьшая скорость у нас будет тогда, когда мы идем с наименьшим углом к ветру. Наибольшая скорость у нас будет, скажем, под некоторым углом больше, чем, ну, скажем так, если мы идем курсом by the wind, да, ближе к полному by the wind, наибольшая будет скорость. А посередке у нас будет та самая velocity made good. Вроде бы и скорость поменьше относительно курса полного и побольше относительно острова. В итоге в нужную точку из точки А в точку Б мы придем при оптимальном этом значении. Здесь мы идем как бы ближе в точке А и Б, но скорость меньше. Здесь наибольшая скорость, но мы идем не в точку Б, а есть какая-то такая оптимальная скорость, оптимальный курс, когда мы будем иметь скорость близкую к оптимальной, чтобы достигнуть нашей конечной точки B. Этот у нас скорости будет называться VMG, Velocity Made Good. Компьютеры сейчас вот подобного типа, они вычисляют ее и говорят, что вот на этом курсе будет Velocity Made Good оптимальный. То есть, опять же, используя чарт-плоттер, вы можете увидеть,
большинство вот этих значений CTS, CTW, COG, курс of the ground, SOG, speed through water, VMG. Time to go тоже время пути. Ну, это то, что мы с вами вычисляем время. Estimated time arrival, время, ожидая время прибытия. То есть мы просто заранее можем написать, если вышли в 10 утра, да, планируемое время прихода в 16 часов, то это у нас будет time to go 4 часа. Range расстояние, транзит линия, створовая линия. Это у нас линия, створовая линия, когда на берегу устанавливаются либо специальные стойки, назовем их так, относительно которых, когда мы идем и видим их, мы можем понимать, что находимся на этой линии, которая уже обозначена на карте. Если она, если у нас эти стойки смещаются одна относительно другой, значит, мы уже на ней не идем. И второй вариант — это когда у нас есть, допустим, два острова. И если мы возьмем линию, касаемую одной или другой стороны этих островов, мы получим так называемую створовую линию, когда мы точно будем знать, что мы находимся на конкретной линии. То есть, взяв вот эту вот створовую линию, мы понимаем, что идем конкретным курсом всегда. То есть, отклонившись вот в эту сторону, мы увидим промежуточек. Отклонившись в эту сторону, мы не увидим краешек этого острова. И опять же, мы не будем попадать на линию, которая нас интересует. Это называется створовая линия, транзит лайн. Собственно, по условным обозначениям и сокращениям все. Остальное все у вас к самостоятельному изучению.